Всем, ребят, привет! Сегодня видео достаточно неприятное и будет нести информационный характер. Этим видео я не хочу ничего провоцировать, никого обидеть и унизить. Это просто моя защитная реакция. Не люблю, когда на меня наговаривают и вводят в заблуждение других. Речь пойдет о хейтерах, которые среди нас. Детей прошу убрать от экранов, так как за свой русский язык не ручаюсь. За моей спиной находится страничка одного комрада, блогера, на которого и было совершено эта атака, серьезная атака. Мы все привыкли, когда обсирают, когда флудят на каналах, но это перебор. Именно об этом комраде и пойдет сегодня речь. Как он уверяет, что это я сделал, что я все это организовал, что у моих это рук дело. И это очень неприятно. И об этом все будет по порядку. У меня был друг, блогер. Ну, я так считал. Валек Дорофеев. Канал МД нам в помощь. И с ним очень испортились отношения. Я не мог понять, что за причина и ненависть в мой адрес. На контакт он не шел. Так и говорил, что с тобой говорить я не буду. Ну нет и нет, хрен с тобой, подумал я. Оказывается, ему не понравился тест, который я сделал с Ваншем 540. Уважаемый Валя, я же тебя не критикую за твое говно, которое ты показываешь и говоришь. Вот и ты не лезь. Но потом один из подписчиков присылает скриншот репоста, который выложил Валек у себя в группе, очень оскорбительного характера в мой адрес. Я пытался с ним связаться, но безрезультатно. Мы везде друг друга заблочили. Прошу человека связать нас, который организовывает беседу, в которой и всплывают факты ненависти Валька ко мне. Оказывается, на его стримах от моего имени проходили донаты, где в прямом смысле была провокация, где накаливали обстановку в наших отношениях, где Валек повелся и подумал, что это реально я. Я что, похож на дебила, чтобы от своего имени отправлять такие сообщения? Я что, дебил, чтобы просить публично в прямом эфире оскорбить меня? Но это, ребят, не все. Создается страничка ВК «Валентина Орловская», где копируют именно страничку самого Дорофеева, где Валька продолжает унижать и оскорблять. Причем на страничке мы видим, что эта тварь является участником нашей группы «Поиск 63». И вы знаете, Валек и тут меня подозревает, что это моих рук дело. Вот этот репост. И вот что он здесь пишет. Ну что, дорогие девочки, хотели ответа? Ну теперь кушайте. Я вам обозначил свою позицию и отношение к вам. Один для меня шлюха, это он считает меня. Второй любитель телефона цвета губной помады, это он про диванного копателя. А третий рыжий ублюдок, который кругом несет только раздор и десятки людей, от которых отвернулись. Свое мнение по отношению к вам я высказал не раз. И от своих слов не отказываюсь. Слышали, да? Не отказывается он от своих слов. Если есть вопросы личного характера, всегда обсудим в гостеприимном городе Орел. У нас Валентин с города Орел. Ну, так как с точки зрения законодательства Российской Федерации я не могу забить вам стрелу, с любым из вас я готов обсудить все вопросы в спортзале. В перчатках. По-мужски, как говорится. Я не прячусь. Город вам известен. Милости прошу. Не стоит прятаться за другими страницами. Вы же мужчины. И он указывает ссылку. Именно ссылочки, где фигурирует и наша. Поиск 63 РУС. Ну а вот начинается наша беседа между Вальком в беседе, которую создал Александр Кулик. Пока меня нету, тут ведется диалог между собой Александра и Валентина, где Валентин продолжает писать. Самое интересное, что Санек сам попросил объясниться на стриме, почему я его считаю проституткой.
Ну и я объяснил. Как вы видите, стрим я сам не смотрел, но просто Валек говорит, что он официально, публично, в прямом эфире оскорбил на стриме, назвав некрасивыми словами, и обосновал. Я не знаю, что он там обосновал. Многие, наверное, может быть, из вас кто-то и видел. Давайте продолжим. Когда я появился в этом диалоге, что происходило дальше? Также здесь меня критикуют, что я якобы создал страничку в ВК, где это моих рук дело. Вот и я появляюсь, ребята. И меня сразу задают вопросы. Чьих рук дело, Саня? То есть, созданная страничка. Я сразу грубо отвечаю, что это не я, что мне это нахрен не надо. Вот, такой хренью я не занимаюсь. Тут же я спрашиваю, почему, за что я до сих пор до переписи вначале не понимал, за что меня так не взлюбил Валентин. Я так и спрашиваю его. Валя, что за хуйня? Ты чего на говно исходишь? Обоснуй за проститутку. Я еще ничего не знаю, в чем тут идет проблема. Это 14 февраля этого года, ребята. Так ты хочешь сказать, что это не твоих рук дело? А кто тогда мне в прошлом стриме кидал донаты от твоего имени? Тут Валек отвечает, да погоди, ты заебал кипишить. Тут совсем другая картина получается. И он прикрепляет, ребята, скриншоты. Вот оно сообщение, Альцедвау, ясно. Ответил хорошо, один раз не пидорас. Вот, это пошли, ребята, первые такие грубые высказывания в адрес Валька. Именно от моего, ребята, имени. Теперь обоснуй, что проституткой меня назвал. Только не в личке, а в эфире. Ребята, вот смотрите, какая... тварь и просто в прямом эфире требует, чтобы оскорбил, ребят. Это сплошная, ребята, провокация, чтобы очернить мое имя. Тут Валюк вроде как признает свою ошибку и пишет. Бля, Саня, извини, конечно, я под датой был. Меня тупо спровоцировали. Ребята, ну это не отговорка. Пьяный под датой спровоцировали. Ну ладно, хуй с ним, я тоже закипел. Короче, кто-то нас лбами сталкивает. И делает это может либо диванная шлюха, либо рыжая. Либо вместе. Так, ребята, это у нас первый состоялся диалог. Второй диалог будет еще интересней. Давай до завтра отложим. Надо все взвесить. Ребята, он решил все взвесить. Не знаю, кто тебя хотел лбами столкнуть, но меня с Мусей хотят. Уже говорят, что он извращенец. Присылают различные такие, знаете, бред. Я и говорю, и отвечаю, что нужно, обвиняя человека, нужны доказательства. Здесь, между прочим, Мусыхина обвиняет, что он педофил. Тут Валек пишет, блин, конечно, понимаю, но ты почитай там сверху про пидораса. Ты бы как отреагировал на все это? Суть-то в том, что я сам охуел, когда услышал якобы от тебя такое. И в итоге видишь, как оно. Кто-то специально это делает. Ребят, в первом диалоге мы видим, что Валек признает свою ошибку. Признает. Тут я отвечаю, короче, крысу надо искать в своих рядах. Кто меня так подставляет? А тебя прошу запилить видео и публично извиниться. Просто мои подписчики охуевают над твоим высказыванием в мой адрес. А я им ответить ничего не могу. Смотрим, ребята. Тут Валентин Дорофеев мне обещает. Я на следующем стриме сам людям объясню все. Спустя какое-то время я захожу к нему на страничку, потому что, как мне сказали, что репост до сих пор висит. Я зашел, и действительно, ребята, репост продолжает висеть. Я в недоумениях. Прошло уже больше полумесяца, а все на том же уровне. Никаких извинений не было, репост не удален. И я снова захожу в беседу и снова задаю вопросы. Это уже 9 марта. Наконец-то вторая беседа.
та состоялась у нас 12 февраля, сейчас 9 марта. Прошло почти месяц, и состоялась у нас вторая беседа, где я задаю вопрос насчет репоста. Где он мне и отвечает следующее. «Кто тебе обещал, что извиняюсь публично? Я тебе сказал, что скажу, что был неправ на стриме у себя. А теперь насчет извинений. Хочешь, обрадую. Ты в курсе, что та страница была зарегистрирована в твоем регионе? Какие тебе извинения, если я в очередной раз начинаю сомневаться, что это не ты ее создал? Самое интересное, что уровень владения фотошопом, чтобы красить губы, судя по твоим превью, был только у тебя. У остальных руки бы не дошли до этого. Ребята, представляете, он меня обвиняет, что я ему крашу губы. Так что извиняться я перед тобой не собираюсь. Я свое мнение не изменил». Ребята, он, видите, на что намекает? Он считал меня шлюхой, проституткой. И он тут же пишет, что мнение не изменял. Хорошо, замечательно, Валек, замечательно. Теперь еще в адекватности твоей начал сомневаться. Если еще и IP-адрес совпадет с твоим, то это будет фиаско. О, как, ребята, это обвинение. Обвинение в мой адрес. Вот веришь, не? После того, как я это узнал, у меня теперь вообще нет желания с тобой разговаривать. Слышали, ребята? Вот это да, вот это новость, ребята. После первого общения, после первого диалога, я не смог доказать Вальку, что это не моих рук дело. Но Валек пошел дальше копать, ковырять, искать даже владельца через IP-адрес. И выясняется то, что он совсем потерял во мне что-либо. И от слов своих не отказывается. Я по-прежнему в его глазах шлюха и проститутка. Поехали дальше. Я тут, конечно, говорю, да мне похуй, где она зарегистрирована. Пришли инфу, если она у тебя есть. Это раз. Если это я создал, то докажи. Или это опять у тебя высеры. Я в прямом контексте так и, ребята, вам говорю. Просто скинь свой IP, из какого ты браузер сидишь. А я тебе скину IP-адрес без пиздежа, с которого выходили. Ребят, скрывать мне нечего. Я указываю свой IP-адрес, свой браузер, с которого я работаю. И что получается? Это не мой IP-адрес. Как вы видите, он мне присылает следующий. Также я им говорю, что Paint'ом я не пользуюсь. У меня Photoshop профессиональный. Очередное, ребята, разочарование и недопонимание Валька. Что-то у него не получается. Никакого сроста, что это моих рук дело. Оказывается, IP-адрес это Самара Ленинского района. И он тут снова пишет: «Бля, я вообще нихуя не понимаю. Ты в самом городе живешь?» Я ему говорю, что нет, я в 50 километрах от Самары. Тут он угорает. Вот даже ему стало смешно. Валюк тут пишет и угорает: «Сука, я вообще ничего не понимаю тогда. Город твой, регион твой. Блядь, что за педик такую хуйню творит?» Теперь, ребята, выяснили, что ноги растут именно из Самары, из моего города. Выяснить бы, кто теперь является этим человеком. Также пытаюсь здесь спросить у него, кто эти люди, которые говорят, что я якобы всех подкупил на этом тесте, что была какая-то договоренность. После этого он удаляет свой репост. А что мне с этого? Он провисел более месяца. Все, кто хотел, прочитали. Озлобились на меня. 35 человек как минимум. 9 репостов. А это еще больше недругов появилось у меня. 1600 просмотров этого репоста. И хочу вам сказать, это высокий показатель репоста. Благодаря твоим оскорблениям в мой адрес не разобравшиеся люди приходят, задают вопросы. И у людей меняется мнение обо мне. Люди же в черном списке отправляют с твоей подачи. Да, ребята, после этого репоста очень много было оскорблений в мой адрес, которых я просто-напросто отправлял в черный список. Не, пока не буду уверен,
ни перед кем извиняться не буду. Ребята, до сих пор он не уверен в моей непричастности. Что нужно сделать, чтобы доказать непричастность? Найти самому этих ублюдков, привести и взять у них показания, что ли? Причем в письменном виде, со свидетелями, чтобы он поверил в мои правдивые слова, что я не причастен. Так я пишу. Бля, да какие нужны еще доказательства? Я в ахуе от тебя. Короче, люди или человек, который столкнул нас лбами с Дорофеевым, вам удалось. Вы победили. Я доказать так и не смог своей непричастности. А Валек так и не поверил моим словам и фактам. Хочу всем громко сказать, я такой хуйней не занимаюсь. Если я говорю, кого-то критикую, я это делаю открыто, причем с подкрепленными фактами и доказательствами. А вот Валек как маленький, ему пизданули, а он всему и поверил. И тут на этом, ребята, диалог я уже перегорел. Просто-напросто Валька отправил. Да пошел ты, броня трехслойная. И на этом я больше не связываюсь с Вальком. Сразу ему сказал, что по данному факту я буду делать, смонтировать видеосюжет, который вы сейчас и видите. Ну а что вы думаете, оказавшись на месте Валька? Пишите в комментарии. И напоследок, хочу обратиться к блогерам. Перед тем, как обвинять и критиковать, докажите вину, иначе вас будут считать пиздоболом. А хейтерам хочу сказать, что вы мрази. Говна в мире и так хватает, а тут вы еще срете. На этом, пожалуй, закончу свои мысли вслух. Всем пока, спасибо за просмотр и за понимание.